Сегодня рано утром в Архангельске загорелась церковь Зосимы, Саватия и Германа Соловецких. Трехглавый каменный храм с шатровой колокольни 18 века не действовал и находился на реставрации. В 4:20 утра в соседнем с ним здании сработала пожарная сигнализация. На место прибыли сотрудники ведомственной охраны, пожарные и спасатели. Пожару присвоили повышенный номер сложности. Здание было задымлено, первый этаж охвачен открытым огнем. Локализовать пламя и потушить пожар удалось весьма быстро. Огонь повредил межэтажные перекрытия площадью в 12 квадратных метров. По одной из версий, здание загорелось из-за неисправного обогревателя, которым пользовались рабочие, реставрирующие историческое здание.